Городские полицейские задержали 41-летнего уголовника, который похищал из многоэтажных домов интернет-кабель. Оперативники уверены, что этот человек причастен к 11 кражам с общим ущербом под 200 тысяч рублей. Фигурант проживает в Краснофлотском микрорайоне и подрабатывает на стройке жилого комплекса неподалеку от Леруа Мерлен. Криминальные вылазки вор совершал с марта по май. В основном он промышлял в северной части Хабаровска и железнодорожном районе. Типичным объектом проникновения становились высотки, в которых имелся свободный доступ на крышу или чердак. Здесь вор вырезал линии связи всевозможных провайдеров десятками метров. Чаще фигурант совершал преступления ранним утром, когда жильцы еще спали. В девятиэтажном доме в микрорайоне Топограф, например, вор был не один, а позвал с собой приятеля. Товарищ помогал фигуранту вынести украденные мотки, чтобы не приходилось делать несколько ходок. Для перевозки вырезанных проводов преступник пользовался услугами такси. Кабели почти сразу обжигались на костре, а медные жилы отправлялись в пункт приема. Сотрудники уголовного розыска 6 и 8 отделов полиции провели масштабную оперативную работу и задержали 41-летнего жителя Краснофлотского района. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы за мошенничество, кражи и грабеж. После совершения преступлений похищенную кабельную продукцию он обжигал и тут же сдавал в пункт приема вторсырья, а вырученные денежные средства от продажи металла тратил на личные нужды. Приятель фигуранта, который помогал выносить мотки кабеля, проходит по делу свидетелем. По его словам, он просто помогал нести провода и якобы не знал, что товарищ их похищал. Ему сыщики вроде как поверили и взамен получили человека, который будет свидетельствовать против главного героя. Максимум, что грозит обвиняемому – 2 года колонии. С места происшествия Анастасия Привецкая и Андрей Алферов.